Всем привет! Сегодня у нас Not ePower Nissan. Пробег 61 тысяча километров. Приобретался он во Владивостоке. И такая у него история. Сейчас покажу. Вот на нем еще весь он в таких вот эмблемочках. Вот пробег. Я разрешение еще, конечно, не спросил хозяина, я думаю, он будет не против. Это наш подписчик. История такова. Автомобиль приобрелся, выехал в город Красноярск, проехал 1000 километров. Пробег вы видели маленький. И вот его мотор. Что мы видим? Мы видим дырень. Что с ним произошло, с этим автомобилем, почему так случилось и что делать для того, чтобы на столь свежем авто не произошла такая дырка в двигателе, смотрите дальше, мы вам все покажем, там будет частично покажем, что нужно снимать, чтобы снять агрегат, если кто-то столкнется с этим. И в принципе там все просто. Ну и причину вы увидите. Смотрите далее. Ну мотор. Машину только нам притащили. Двигатель, вроде говоря, тоже прикупили. Сейчас будем смотреть, что произошло. Что с мотором. Ну и как меняется двигатель. Может быть, какие-то интересные будут нюансы, мы все покажем. И причину мы походу нашли. То есть вот сапун, они выехали, видно были морозы. Уже еще подтаяло. Сейчас подтаяло, вот так. Там внутри лед был. Вот болтается лед, слышно что. Причина, где он стоит, покажи. Здесь все в масле у нас. Видно, что бабахнуло масло. Вот он стоит. Ну, в общем, это проблема вообще всех Ниссанов. Я помню еще вот давно, это на X-трейлах эта проблема была, перехватывала сапун и выдавливала масло. И здесь все то же самое. Ничего нового. Ниссан, сапун. А масло через щуп дувануло или откуда выплюнуло масло? Тут все в масле непонятно. Вот здесь все в масле, здесь все в масле. В общем, бахнуло масло. Ну и видно, они там по трассе также продолжали уже без масла. Без масла ехать. И мотор окочурился. Так скажем, приехал. Сейчас будем мотор снимать. А вообще крутится, нет? Я не знаю. А они привезли мотор? Да, привезли. Привезли мотор, да? Сейчас будем снимать. Покажем, если есть какие-то тонкости, нюансы. Ну, то есть вот причина дохлого мотора. Да. То есть если по трассе выезжаете на таких машинах, как вот мы делали в свое время на X-трейлах, утепляли все эти трубочки, все шланчики, ну по крайней мере как минимум одеяло морды заворачивать. Ну что, разбор у нас начался, давай. Жабо, а жабо вы скинули? Я скинул. Ты скинул. Скидываем жабо, скидываем инвертор для начала, дальше посмотрим. Мотор он, я видел, они привезли такой маленький моторчик такой. А ты не спрашивал, Вань, сколько стоит он? Я не спросил. Вроде свеженько. Видите, какая. Так это может сверху там? Или ты думаешь? Ну, вот отсюда. И там все в масле. Ну, здесь в масле. Ну, в общем, мотор сдох от того, что в нем кончилось масло по трассе. Ну, масло как? Кончилось от того, что давануло, перехватило этот. Дай попробуй движок. По трассе ехали.
Ага, не, да? Клинанул. Клинанул, да. Клине мотор. Ну все, давай. Слили антифриз, да? Масло. А, не слили еще ничего? Масло-то хоть слили? Нет. Нет? Ну, остатки-то все равно, что там есть. Забирать, наверное, будет. Тут клип, давай, смотри. В общем, сливаем все те жидкости. Не сиди фонариком сюда, Саня. Я думаю, не могу снять. Тут клипс на одной штуке. Ваня, а что тут? Подвеску не будем разбирать? Ну, так будем. Здесь так выскочит мотор. А зачем? А, нет, наверное, надо подрамник скинуть, да? Да, или да, вылезет? Да. Не, нифига не вылезет. Нет, ну здесь, смотри, коробка, наверное, не вылезет. Да, здесь встанет. А может быть и вылезет. Короче, сейчас посмотрим. Возможно, и не надо будет подрамник скидывать. А где здесь встанет, что встанет? Шкив. А, да проще, пойдет. Короче, здесь проще, наверное, да, открутить. Подрамник. Что, четыре болта откручиваются, да? Рейка снизу откручивается. Четыре болта подрамник уронили. Ну все, помчали. Помчали, Саня? Домой. Передал. Ваня, крути. Да, Ваня, крути, крути, Саня. Крути, крути. Саня. Да, да, да. Жека, ты что еще не открутил? Ну вот, первая задачка, с которой мы столкнулись. Чтобы снять подрамник, надо снять бампер, да, Ваня? Да. А что там? Усилитель бампера прикручен. Усилитель бампера прикручен к подрамнику? К подрамнику, ну. Ёлы-палы. А он что? За радиатором. Короче, пока бампер не снимешь, не снимешь? Нет. Там усилитель бампера надо будет снять, потом уже подрамник. А может, все-таки без подрамника скинем? Ну, никак. А? Никак. Как никак? Точно? Точно. А вверх? А? А вверх? Если только вверх. Да, ладно, я шучу. О, инструмент принесли мой. Я не мой. Умею пользоваться. Опять приехал? Кто? Ага, я думал, Сань. Так, ну что там? Ребята, мне разобрали. Что здесь получилось? Кондиционер в любом случае приходится спускать, да? Или нет, Вань? Да. Ну да. Подрамник сняли. Так вот остаются висеть эти радиаторы. Ну и нашли. Итого. Где она? Где она? Вот она. Дружбан. Даже цифр от мотора не осталось уже. Ну что у нас здесь? Что можно еще показать? В принципе, все остальное, все стандартно. Сверху скидываем инвертор. Косу. Косу. Все, и мотор на полу. Так, и ну и все. Все-таки что, Вань, ты думаешь? Где она, эта штука? Да. Все, из-за чего мы предполагали, да? Из-за сапуна? Да. Который вот здесь вот он стоит, да, у нас? Вот здесь тоже. Вот надо было, блин, вот так вот придумать. Вот нафига они воткнули вот сюда катализатор? Сразу здесь ЕГР. Рядом с башкой. Но это мы оставим все на месте, наверное, снимем, посмотрим. Переставим на старый мотор. Что тут пробег, это вообще никакой пробег, малюсенький. Ну вот эту саму трубку, вон два болта и вон два болта, вот эту трубку посмотри. Так, а это, у нас вот минут здесь он забивается постоянно. Ну что, ты можешь вот здесь хотя бы просто отстрелить и посмотреть? Сейчас я ну давай, не времени. Да, посмотри. О, прокладка. Да тоже ничего хорошего, смотри. Все, надо тоже регулярно чистить. А с той стороны трубку, посмотри. Здесь более-менее. Ну, исходя из того, что пробег какой. Вот так вот все позасрано. А давай вот здесь отстрелить, посмотреть сам теплообменник что там. Вот там сырость. Угу. Ну понятно. Вон, давайте, скидывайте дальше, посмотрим, что там как внутри. Разбирать не буду. Абсолютно никаких сложностей нету поменять мотор. Так, вот он старый. Все стандартно. Откручиваем и прикручиваем. Может... А, ну прикол в том, что здесь на каждый цилиндр по две форсунки.
почти 6-горшковый получается. Помпу переставили. Помпа похожая, как и на всех остальных производителей, даже тот же, а не другой производитель. Ну, похожая на всех гибридных автомобилях с электропомпами. Все, Вань, устанавливаем обратно, и все, будем запускать. Так, ну что мы увидели на контрактном моторе? Сразу что-то как-то не заметили, ну-ка переверни. Вот так вот, то ли пока шел, то ли... А, еще и замазанный, да? Да нет, а там ничего битый не... был. Битая машина. Битая машина, да, думаешь? Ну. Но там хоть ничего в моторе, нормально? Да нет, нормально. Ну да, коснутый мотор. Здесь да. Поддон придется поменять. С родного поставить. Поддон ухвана. Главное, чтобы больше сюрпризов не было. Да. О, Ваня, Ваня, ну строил ты. Что это такое, блин? Ага. Вкладыши? А, вот это вот луповые вкладыши, да? Угу. Ну, там все собрал, вон они, кучу. Ага, ну, не знаю. Ой. Да. Ну, что это вот, ну, из-за чего? Масло. То есть масляное голодание, да? Конечно, он раздолбил вообще. Ну, как, в принципе, как мы и предполагали, что перехватило сапун, да? Да. Выплюнуло, то есть выплюнуло масло, потом масляное голодание, сколько-то ехал, и потом в Халабысе приехал. Ну да. Итак, парни, у нас все закончили. Почти остались несколько клипс. Уже попытались завести, машина не завелась, что характерно эти автомобили, если есть ошибки какого-либо характера, то завести ее невозможно, пока ошибки не скинешь. Вот он. Вот он у нас, дырка. Ошибки скинули, сейчас будем заводить. Запустился, все работает, батарейка заряжается. Пробег автомобиля 61 тысяча, и приехал мотор на Ниссанах. Эта штука очень распространенная, перехватывает сапуны, и результат — умирает двигатель. Приезжал к нам, пока мы эту машину делали, приезжал нам парнишка к нам, заскакивал, к которому у нас есть видео, где мы, когда они не заводились, мы там с фишкой разбирались. Тоже очень распространенная проблема на этих автомобилях. Собирается конденсат на фишке, там под передним левым колесом. Автомобиль встает, и все, и не едет. Ну все, работает хорошо. Сейчас посмотрю, как двигатель там работает. Все четко. Ну что? Все, огонь. Что там как-то работает? Да. Они так и работают, да? Так и работают, да. Угу. А, на повышенных оборотах просто, да, задержался, ну, прогревался. Рассказывать, парень, который приезжал с фишкой на коробке, там есть вот эта распространенная проблема, вот там есть фишка, у него вот он рассказывал, такая проблема тоже подобная была, также выплюнула щуп, где-то в районе литра масла у него вылетело, но он вовремя заметил, но вот здесь так получилось, что ребята не заметили. По трассе перли, ну и приперли на мотор. Мотор хренанул, продырявился, и все, Вася, не горюй. Друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь.